Друзья, всем привет и добро пожаловать на канал PH3 Games. И мы с вами продолжаем. Так, значит, мы добрались для центра связи. Теперь надо связаться с кем-то там. Так, вот центр связи. Как мы потом отсюда выбираться будем? Неужели нам спускаться к этому чудо-юду там надо будет? К бабайке. Может быть, посмотреть, где он? Не-не-не. Так, эту присоску трогать не хочу я. Блин. Так, здесь мы прослушали аудиозапись. Ладно, запускаем. Так, запускаем связь. Все же посмотрели. Нажимаем кнопочку. Процесс. Что-то вести надо, что ли? Прервано требуется вот вручную. Тихо там, бай. Ладно. О. 99 метров, 153. Вон, давайте сначала начнем сверху. Так. 22.01. Окей. Почему нет? 22.02. А, типа, здесь поймать сигнал надо, да? О, поймали. Вот это. И связь установили. Только какая-то помехи к связи. Все, что ли? Выключилось? Ну что, я быстро. Ладно, продолжим. А почему вверх первый не сработал? 22.01. Ладно, 22.03. Так, пошел сигнал. Вот, настроим волну. Мы же оттуда получаемся, на этой станции. Hey, are you there? I found the dome ceiling. Oh, that's better. О, вот она. Simon, она. Was it? Jared, Simon Jared. Ой, hi, Simon. I'm Catherine. Ты что, аватарка ее? Figured out what's going on yet? Me. I was hoping you'd have some answers. I probably have some. What do you want to know? Where to even begin? I mean, what is this place? How did I get here? And why do the robots talk like they're people? Well, you're at Upsilon, clearly. Have you never been there before? Where did you work? The Grimoire in Toronto. Is that really important? No, I mean, where did you work at Pathos 2? I don't know what that is. That's unexpected. Did you come directly from Toronto? Yeah, I did. And it was very unexpected. Have you seen any people? Like, staff or field technicians? Only robots. Crazy ones. This is all so strange. You're telling me? Как грохочет-то, а? Эй, какого хера? Что происходит? Вот именно у меня тоже вопрос. Он что, ломится сюда, что ли? Куда? Со станции... Да-да-да-да-да, найдите шаттл и приезжайте, я буду ждать. Шаттл, где он? Тут протечка? Заступишь же здесь. Запади, зараз. Вообще. Хера себе, как мы под водой-то будем? Если затопит сейчас там все. Ну, Дима, что мы? Кто мы? Где? Точно под водой. Затопило центр связи. Все, мы можем дышать под водой? Как это возможно? Опа. Ты чё? О, так мы в скафандре, что ли? Нихера себе тут. А кто это сделал? Кто нам продыряет эту крышу-то? Так, ну хорошо, думаю, этот ломится там, блин, к нам. Так, вообще жопа была бы, если он сюда залез бы. Так, ну ладно. Поплаваем, да, значит?
Так, что я сказал? Найти шаттл и туда прибыть на станцию? Давайте искать. Блин, в открытом океане или что это? Море, океан? А здесь живности никакой нету там? Акулообразный там? Кальмарообразный, осьминогообразный какой-нибудь там еще? Тоже опасно, открытый океан же. Станция тут... Ну ладно, давайте аккуратненько. Так мы плаваем или идем? Вроде идем, шаги слышно. Шаттл на лям... Понятно. Тихо. А, здесь прожектора, что ли? Колясики плавают. Здесь прям улица, блин, с прожекторами. Направо пойдешь, смерть найдешь, да? Налево пойдешь там. Там куда пошли вообще? Здесь куда нам идти-то? Ладно, будем идти, куда-нибудь пройдем. Ладно, никого бы не встретить. Роботу-то похер, он уже может подыхать, хотя бы. Как он может подыхать? Он же заржавеет, там замкнет живое всего. Так, тут получается тупик, да? Это что такое? Ага, все, здесь даже подводный мир есть. Прикольно. Давай туда пойдем. Там тропинка какая-то идет куда-то, неизвестно куда. Так, оттуда мы пришли. Так, надо запомнить этот мостик. Ага. Все, двигаем туда. О, ну-ка, откроешь, нет? Есть кнопочка. А, это, походу, тот... Люк, который с той стороны у нас не открылся, замкнуло там, да? Понятно все. Значит, нам туда не надо. Ну, там что светится? Главное, никакая живность, чтобы здесь нас не цапнуло. А это что там? Оп. А, на движение реагирует, да? Что такое? Ракушками уже покрылась тут. Моллюсками. Ладно, двигаем дальше. Мутная вода-то. Ну, понятно, есть станция, блин. Отходы там всякие, наверное. Там никого нету. Так. Какие-то здесь непонятное сооружение. Опасно. Вот там кто-то или что-то было. Умеем. Прыгать умеем. Все мы умеем. Так, сохранение. Значит, мы двигаемся правильно. Ну, там кто-то был. Что-то, когда тень или что там. Что-то здесь было. Я видел. Ты что, почему не горишь? Так, сейчас должен, значит, свет включиться. Светится в темноте. Куда-то притопали. Так, ага, здесь можно прослушать. Давайте послушаем. Так, ты это отвечаете. В полях. Да, Кару уже не помочь. Машину убили Карла. И сделали из него машину. Так, она тоже, значит, в шаттл пошла. Эмми. Может, мы там ее встретим? Я навряд ли она уже смылась. Там не спускаться на глубину? Малин, серьезно? Там давления нет? Нас не расплющит? Вроде пока нормально все. Куда идем? Не знаю. Так, он там должен соскучиться. Ну ладно, идем так идем. Куда-нибудь придем. Наверное. Хорошо, через живности никакой не плавает. Карасики не плавают там. Эй, тихо, тихо. Что-то это...
Озвучка такая. А что, мы не спёрнули? Это что такое? Просто тень? Робот? Какого? Ох, точно робот. Вон там, тут. Да ну нахер. Куда-то красненький. Не думаю, это хороший. Кищ нафу пошел. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я теряюсь, я умираю. Да, умирай. Я не думаю, что он хороший. Пускай он там плавает себе. Какой-то глазик у него красный. Настораживает. Лучше пойдем. Греха подальше. Так, тут что есть у нас там? Можно что-нибудь сделать? Сама сказала, прыгай! Он сейчас не пойдет? Так, ладно, двигаемся дальше по тропинке. Подожди, а где тропинка? А, все, что это? Вся тропинка, мы прошли в тупик? Как так-то? Серьезно, что ли? Наверх нельзя нам здесь залезть? Думал, что он там подплывает сзади к нам. Прыгай, Саймон. Че, скафандр тяжелый, что ли? Или ты тяжелый такой? А здесь завершено. Не залезть. Ну, зацепись там, давай. Немножко еще, даже почти. Да твои ноги там вообще. Нет, ну-ка. Давай на трубу на эту. Нет? Нельзя. Ну и ладно. Так, значит, здесь завал какой-то просто. Че тут вообще здесь? Значит, нам как-то надо обойти этого красноглазого. По краешку пойдем. Какая-то платформа, откуда она здесь лежит? О. Сверху упала, что ли? Ну ладно. Где там этот? Вон он. Да-да. Ты нас не видишь, а мы тебе видим. По духу прям. Шумно. Бег, жмем. О, ножом. Жим. Так, тут-то мы не были. Здесь свет выключен был. Так, за нами не поешь там. Так, тут у нас тупик. Здесь тоже. Это что? Что, черт, фонарик. Так. О! Маленький голосик там. Надеюсь, ты хорошая, вроде у тебя там красненького глазика нету. Давайте попробуем вытащить его. Ты же ничего не сделаешь там. Ты же добрый, миленький такой, да? Мимишный. Ну, точно. Нормальный такой. Голосик. Иди с тем разберись с красненьким. Красноглазым. А там что, у тебя пушка есть, что ли? О, точно какая-то. Что-то там есть у него. Какая-то пипетка. Так, ну ладно, ты уплываешь или будешь с нами? Или он дроганом показывает? Вот, кругами крутится, вертится. Ну ладно, счастливо оставаться, кстати. А мы пойдем. Мы пойдем. Куда мы пойдем-то вообще? Так, тут завал. А, ты что, сами плавать будешь теперь? Серьезно? Ну, точно, или нет? Ладно, сейчас убежим подальше куда-нибудь. Так, мы свернули с дороги, с тропинки. С нами. Отлично. Пойдем. Что там? А ты там шумишь? Себе станция тут, бля. Тихо. Не шуми, бля. Так, сим. Зажигайся. Так, туда бежим. Кто-то вон там плавает. О, вот то шумит. Ну-ка, иди разберись с ним. У тебя пипетка есть там? Он стучит. Куда замкнул его там. Так, здесь. Тупик. Значит, как-то нам пройти, да, мимо его, да?
Может, на нас не сагрится? Кто-то здоровый. Давайте пробежим. Там, бежим, 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 бежим. Это бы нам не упасть с обрыва, будто они улететь куда-нибудь. Мы здесь никуда. Куда мы вообще топаем-то, блин? Где этот шаттл? Где нам припарковаться-то здесь можно? И тут. Сюда прибежал я. Ладно, здесь завал. Не завал, он из рифы, да? То есть там нам не забраться. Что-то насос какой-то. Что-то выкачивал. Походу они там вот эту... И выкачали эту черную гель или что, слизь-то. Которая там всех заразила. Или что там вообще произошло? Докачались они. Теперь нам разбираться здесь. Вроде когда-то топаем, топаем. Может, куда-нибудь притопаем. Так, здесь мы, значит, были, что ли? Рассвет тут горит. Походу, точно мы тут были. А наверх там можно пройти? Нет. Ну что, возвращаемся? Красноглазые. А, вот он, робот. Да, мы вернулись. Так, возвращаемся сюда, назад. Так, нам как-то надо, значит, найти, блин, шлюз или что там, блин. Где нам забраться-то можно? Так, ну тут там навряд ли что сделаю. Так, давайте ближе к станции это держаться. Здесь мы не были, а нет, были. Мы оттуда пришли. Ладно, топаем-то, значит, туда. Там тоже добыли. Так, вон там бодается тир. Тихо. Тут там идти нельзя, можно. Стучит. Нет, ну тут вряд ли мы где... Заберемся, ладно, возьму сюда. Вот оно. Бабах. Так, мы в том конце, мы там в глубине в то не были. Вот и быстро глянем, что там. Опять насосы. Здесь тупик. Значит, может, нам с тобой, вот тебя вот нашли и с тобой вернуться? Потому что мы здесь, о, бегали уже. Ты же нас там ничего не сделаешь нам. Попасть в эту станцию мы не можем, здесь нигде нету ничего. Как забраться, даже не лестница, ничего здесь нет. Тут-то что-то. Все спокойно. Ну, давайте пробуем вернуться. Вот он, этот. Красноглазый. Бежим быстрее. Глаз не запалил. О, вот это уже интересно. Этого мы не видели. Что там тут настрячили? О, сохранение, значит, правильно идем. А, вот шлюз. А, ты, блин, вон там чужой пипетка у него. Нормально. Давай, открывай. Как не плюет сюда. Спасибо тебе. Well, thanks, little guy. Все, малыш уплывает. Кот уплывает. Вернись, малыш. Ты же пропадешь. Ладно. Сим-сим, откройся. Устрицы. Ням-ням.
Так, и как там здесь надо воду спустить? Здесь, о. Давай. Закрывай. Ну, спускать. Откачивай. Все, молюсь, с ним покрылось. О, я пошел процесс. Опа-та. Все. Тихо. Почему не открывается эта дверь? Let's hope the shuttle still works. Он открылся. Это не то место, где... Почему так темно? Ты серьезно, что ли? Фонарик... Where did I get a flashlight? О, у нас фонарик есть. Нет, это не то место. Блин, ты серьезно, что по темноте, что ли, нам шастать? О, жизнь, блин. Тихо. Сквозняком побило. Давайте посмотрим, что случилось. Джеки, come in, Theta. What? I can't. Where are you now? Джеки, I'm at the shuttle. But it's not looking good. Сухой, the light's flickering like mad. I think the power regulator is broken. Так, а где шаттл наш? I have to fix it. I don't want to get stranded halfway to Theta. Да, связь ни в чем. I can't hear you. Don't worry, I'll fix it. Somehow. Так, значит, ты все добровался. Так, шаттл. Вот это что ли шаттл? А, ну да. Вроде похоже на шаттл. Так, ну вот тут-то вот. Ой-ой-ой. Опасно. Страшно. Так, это и... Что такое? Ты её что ли? Шлем. А где она сама? Надеюсь, не все в порядке. Там трупа не видать. Вроде нет. Опять это присоска ли что это? Серьезно, что? Ох, можно открыть. О, ладно. Тихо. Нехватка энергии, там кто-то. Здесь кто-то пойдет нам где зашкириться-то здесь. Даже не думал сюда идти. Так, значит, нам надо энергию восстановить, да? А где нам ее взять-то? Неужели там туда идти? Даже ничего не открывается. А нет, открывается. Откройся. Что-то мешает. Не открывается. Тут-то дверь. Блин, ну что это такое-то? Может, она на энергию забирает, если мы сейчас нажмем на нее там патроник, потрогаем пальчиком. Сомневаюсь, что он что-то делает. Не хочу я трогать это. Так, а ты откроешься? Открывается. Кто здесь есть? Никого? Кто скрывает, скрывай. Бултики, винтики, портрет. Это что? Планшет, что ли? О, точно. Так, декларация. Столкновение. Начальник станции.
Не-не-не. Блин, там что-то еще же было. Видео. I guess it's a good thing we never had any kids. Hard enough looking my parents in the eyes. They're going to a bomb shelter upstate, by the way. Along with your dad. I'm guessing someone will help him send you a message somehow. I mean, I hope they will. Hell, I'm not even sure you'll get this message. If you do, I want you to know I never blamed you for following your dreams. It just... I was just mad it didn't fit better with what I imagined our lives would be. I really wanted a picket fence, big family, you know? I guess what I'm trying to say is I'm proud of you. And even though it's been difficult to be separated from you, I regret nothing. I'm happy. And I really wish I was able to say this without the sky falling down. I love you, Amy. I always have. And always will. Печальное видео. Блин, неужели мы пока тут под водой где-то находимся? Неужели-то на поверхности какая-то катастрофа произошла там? Апокалипсис учился. Короче, ладно. Так, здесь канистры. Какие-то... Что это вообще? Это что такое? Канистры сюда. Все, больше ничего нету здесь? Так, ну я думаю, уже почитал это, посмотрел сюда. Она же тут была, вон открываем. Ну, у нас один путь только, туда идти. Больше вот этот откроется дверь. Нет, вот этот шаттл, нам, значит, надо запустить. Так, все, мерзость лежит тут. Ну ладно, давайте пойдем туда. Посмотрим, кто там, что там. Здесь вернемся живыми, здоровыми. Только не закрывайся, ладно? Так, фонарик. Тихо. Так, а тут завал произошел. Какая-то расщелина ведет куда-то там. Проход. Что, на два листья, что ли? Ну, блин. Кто-то вырвал здесь да, дырочку такую. Кроличья нора. Есть там там фонарик. Гаси, аж проломил железо. О, и тут эта херня. Слизь капает. Течет. Прям так ручьем течет. Непонятно, что же происхождение. Ладно, топаем дальше. Если бы это дело на нас не обрушилось бы здесь. И проход бы нам не завалило бы. О. Мрачно, жутко. Есть там кто? Это что? Че? Шевелится? Смотрит на нас. Неужели это Эми? Что? Что же на? Эй, are you? Don't hurt me. Не бейте. Что с ним происходит? Охереть. Can I help? It won't let me die. Nothing is allowed to die. Оно не даст мне умереть, это запрещено. А, ее можно. What happened? An accident. Fixing the power. I was going to Theta. Точно Эми, походу. Anything I can do? If you see Masters or Holland, tell them I need help. Okay? Amy needs help. Точно Эми. Блин, а кто-то с тобой сделал-то?
Офигеть. Жизнь, блин. Там что-то... Вот, поспорился. И там уже въелось у нее уже. Присосалось это с листья. Уже легкие ее дышат. Ну, что-то выкачивать с нее или что делать с ней? Значит, ее можно отцепить, и она умрет, и все, да? Все равно выдернуть кабеля, вот и все. Они вот они ведут. Но точно не питается. Там кровь, там уже не кровь, там уже слизь уже прет. Видно, нашли мы ее. Офигеть. Ну и что делать? Оставлять ее так это ну, не будем. А сколько тут лежит уже, там уже и высосали, там желудочный сок, и он все уже с живота там, с печени, с почек там все высасывает. И все это и питает их систему, да, значит. Ну-ка. Помехи там. Что-то хер уже проникла в систему там. Походу из нее хотят сделать уже киборга какого-то. Или бедняжка, мы тебя спасем. То есть не спасем, а облегчим твои мучения. Ладно. Блин, так смотрит на нас. Are you okay? Let me. Oh, fuck. Офигеть. Не, ну мы облучили ее. Реально мучилась уже там. Не соображала, лежала, сука, ты уже. Не бейте меня, блин. Въелось все. Из мозга все высасывали. Ну, теперь она в порядке. Блин, Карл, она тоже бы там бы. Стабильное питание. Теперь питание появилось у нас. Карвана тоже бы там отключить. Бедный тоже не знал, что там с ним происходит. Робота сделали там. Тоже, походу, высосали из него все, что могли. Это бы ждало ЕМИ тоже. Так что все нормально. Теперь она в порядке. В хорошем месте, спокойно. Никаких боли и мучений нету. Так, значит, нам возвращаться надо, да? Жизнь, блин. Ладно, фонарик. Опять круче нора. Не, конечно, Сэмми-то нежданчик был у нас. Столько они слышали. По ее следу шли и тут нашли ее, блин, в таком состоянии. Там никого нету. Выключим. Ну, блин, нету никого.
такое? Кто? Что? Спрятки? Это хи... Питание включено. Сунул как птичка, блин. Давайте разок еще прикоснемся к ней. Походу я зря это делаю. О, блин! Палец засосал. Jesus Christ! What the hell? Не, нахер больше пальцы не будем сувать. Все, нормально. Так, сейчас откроется. Во! Вот. Сейчас сваливаем. Готовься. Я в домике, наконец-то, в безопасности. Пока что. Так, здесь что у нас? Короче, набор для ремонта. Он что, сломанный, что ли, шатал? Можно сесть. Сейчас будет не сильно ничего не так. Куда-то? О, вот сюда. Shuttle J6. Вирус шаттл. Режим готовности. О! Сейчас мы тут натыкаем что-нибудь. О, красная кнопочка загорелась. Здесь. Ну ладно. Жмяк. О! Хорош. Карточка, значит, да. Так, мы, значит, где? А, мы тут, а, да? Так, нам сюда надо. А вот это, да, именно туда не добралась. Дельта здесь, да, нам сюда надо, потому-то нам там нас встретят. Отправляемся. Окей. Поехали что? С ветерком прокатимся. Все нормально, да? Со станции. Ну, что, 2 минуты пилить? Welcome to Pathos 2, your expressway to the stars. What started as a thermal mining operation in the 60s has now become home to the Omega Space Gun. The world's most affordable way to launch satellites and deep space probes. Our unique Atlantic Ocean location allows for this gigantic coil gun, running longer than a marathon, to safely launch projectiles without risk of damaging the payload with risky combustion. Блин, что-то связь теряется. Что такое? Помехи какие-то. Едем, все нормально там. Сейчас заедем. Внимание, что помехи на путях? Кучер шут. Не, тормози. Походу мы приехали. Авария. Поза затормозил-то. Вроде живы, здоровы. Что такое? И фонарик наш. Открывайся. Быстрее выходим, пока здесь ничего не взорвалось, блин. Что такое? А мы? Шум. Помехи. Как нам выбраться отсюда? Все, спокойно там. Это помехи какие-то. Блин. Приехал, ну конечно, все уже заросло, блин.
Друзья, мы-то на этом остановимся и продолжим уже в следующей серии. Так что подписывайтесь на наш канал PS4 Games, ставьте лайки, комментируйте. И всем удачи, всем пока.